Здравствуйте, Дорогие телезрители, меня зовут Светлана Савчук, и мы сегодня в программе Hungry Generation. Мы бы хотели представить вам интервью с пастором Василием Пархотюком из церкви Good News Church, также мы нас знают как Hungry Generation. По просьбе многих людей мы также открылись на телеканале Impact, и мы бы хотели задать некоторые очень интересные вопросы сегодня пастору. Здравствуйте, пастор Василий. Здравствуйте, телезрители. Приятно быть сегодня с вами в эфире и отвечать на вопросы, которые, думаю, будут вам интересны, и Светлана задаст их. Пастор, первый вопрос у нас к вам такой. Многие люди, посещающие нашу церковь и также наш церковный веб-сайт hungrygen.com, видя быстрый рост и развитие церкви, говорят, что это связано со сверхъестественными проявлениями, изгнанием бесов, исцелениями и также ячейчным э, развитием церкви и молитвенными служениями. Что вы думаете по поводу этого? Так ли это? Это правда то, что наша церковь имеет этот феномен, что в церкви есть сверхъестественные проявления, но спасение людей, я думаю, что оно не так касается именно вот этой части. А что вы можете сказать, есть ли разница между развитием церкви и ростом церкви? Я думаю, что здесь есть большая разница, и очень важная разница. Развитие церкви и рост церкви – это, это не одно и то же. Если, если происходит рост церкви, но нет развития церкви, рост церкви недолговечен, он не, мог, не может продлиться долго. Uh -huh. Пастор, до того, как мы пойдем вперед, можете для телезрителей, может быть, рассказать немножечко пару слов о себе? Меня зовут Василий, как Светлана уроди сказала, и я с Украины, с большой семьи, женат, жена семеро детей, шесть сыновей и одна дочь. В 40 лет после 40 эмигрировал в Америку, и в Америке начал церковь с нуля, из своего дома, и с несколькими моими родственниками было 3-4 семьи, и мы начали церковь. Пастор, у нас очень много вопросов, не знаем с чего начать. Можете сказать, чего, что вы подразумеваете под э, развитием церкви? Светлана и телезрители, христиане, служители и пастыра. Развитие церкви ⁇ это очень важное явление. Без развития церкви не может быть полноценного роста, долговечного роста церкви. Развитие церкви как развитие цивилизации, как развитие, как развитие сегодня ну, любо, любой, любой отрасли. Если церковь в каменном веке пастор без информации, без образования, без идей, без а, стратегии, без огня, без сердца, без откровения, без а, глубокого жертвенного посвящения, то... Если и случается такое явление, как рост церкви, это короткое явление. Не будет, там нет стержня. Развитие – это, Библия говорит так, имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквям. Потому сегодня церковь должна быть впереди, ну, скажем так, развивающего мира, потому что мы работаем на спасение людей. Это, как ты сказала, и ячеечная работа, это библейские школы, это образование, светское, духовное, богословское. А, наблюдать, смотреть вокруг а, христианский, цивилизированный, развивающийся, а, прогрессивный мир. Пастор, а возможен ли такой рост и такое развитие везде, на любом месте, в любой церкви? Из чего начинается развитие церкви в основе? Светлана, телезрители, это очень важный вопрос. Ответить на этот вопрос другого выхода нет, как только того, что написано в Библии. Это не просто возможно, это нужно. И другого, другого явления не может быть. Библия не позволяет мыслить по-другому. Поэтому э, рост церкви, развитие церкви, спасение людей это то, ради чего Христос медлит, ждет. И к большому сожалению, или как правильно сказать, это оставлено на, на руки людей, церкви, не на руки ангелов, архангелов, серафим, серафимов или духовных небожителей. Это поручено нам, людям, церкви на земле. Из чего начинается развитие как основа? А... Прежде всего, Светлана, это начинается из глубокого осознания. Я хотел бы тебе вот при, привести такой пример. Если представь себе, что ты доезжаешь к своему дому mm -hmm. и ты замечаешь, что вдруг заметила вдруг, что дом твоего соседа горит, и ты знаешь, что там маленькие дети, а твоя первая реакция была бы такая, что ты тормозишь. Забегаешь во двор, оббегаешь дом, смотришь где-то открытое окно или дверь, чтобы спасти детей. Но оббегая дом, ты заметила, что а, сзади дома отец и мать играют в домино за столом. И ты кричишь им в шоке, что дом горит, что вы, дети внутри. И они тебе спокойно отвечают и говорят, что... Мы видим, мы, мы понимаем, мы видим, что дом горит, но мы доиграем партию в домино. А мой так, тебе такой вопрос. Могла бы ли ты посчитать этих родителей, отца и мать, нормальными людьми? Нет, конечно же нет. Первое, первое наше понимание, что это не существующее явление. Чтобы, видя в опасности детей, мать Отец не могли реагировать. С такой же стороны мы должны, как спасенные люди, понимать, когда мы получаем вечное спасение, мы не можем быть людьми инертными, людьми, которых не беспокоит спасение, которым чуждо это это явление. Не спасенные то есть спасенный не может не спасать, если он по-настоящему спасен. Рост, развитие, о котором ты спрашиваешь, оно не может начаться, если внутри нет осознания о вечной погибели, о вечном спасении. Если оно не станет внутри христианина, частью его души и сердца, как часть ребенка внутри матери. Оттуда начинаются поиски. Мир полон информации, методов, идей, как Бог сегодня двигается, спасает. Растут церкви, но только там, где прежде всего внутри есть а есть неугасающий огонь спасения людей. То есть э, реальность мы видим во многих церквях как раз совсем наоборот, что многие люди не спасаются. И вы думаете, что это и есть причина, по которой люди не спасаются? Я уверен э, в следующем, что... Неспасенные не хотят погибели. И я уверен в том, логически, наши, мы живем в очень развитом мире, где люди бизнеса говорят так, что рыба ищет где поглубже, человек где получше. Верю в следующее, что из-за непредоставленной правильно, вовремя правильной альтернативы Люди выбирают себе худшее. Когда есть правильная альтернатива, чистая, людям нет смысла копаться в грязи аморальности, когда представлена альтернатива, жизнь в чистоте. Людям нет смысла упиваться в алкоголе, ища мира и радости в наркотиках, когда предоставленная жизнь Полная радости в Духе Святом, в церкви, Словом Божьим, веселая, полная, емкая, разумная, потому не согласен с тем, что неверующие, не спасенные хотят идти в ад. Пастор, вот в вашем интервью, которое вы давали в газету недавно, вы писали о кровавом спасении. Можете немножечко рассказать об этом, что вы имели в виду? Ответ на этот вопрос такой, что грех – это страшное явление, катастрофическое явление, которое случилось изначально на небе. Первый грех был сотворен на небе. И последствия этого драматичны. Дьявол и Увлеченные ангелы навсегда отделены от Бога. Библейский закон Божий гласит следующее: Возмездие за грех смерть. И когда первые люди были соблазнены, соблазнены первым грешником дьяволом, то тот же закон вступил в силу и народ человеческий. Возмездие за грех смерть. В Божьем понимании смерть обозначает не погребение, не не существование, а отделение от Бога, от мира, от счастья, гармонии, любви, а, а благоденствия. Вот это и есть Божье понимание, смерть, как мы называем. И смерть... А, Смерть за грех. Возвратить человека к жизни закон Божий, возмездие за грех, не позволял. И при мудрости своей Бог нашел выход. Он послал Сына своего, Иисуса Христа, чтобы от смерти избавить людей смертью пророчески это было предсказано давно с едемского сада что грех не может быть искуплен иначе грех дорогие телезрители не, это большая, больш, большая сила неумолимо влечет за собой смерть. Или грешника, или спасителя. И Бог пообещал этого спасителя, который согласился умереть. И с самого начала Зидемского сада пророчески умирали животные, проливали кровь. Но они не могли уничтожить грех, только могли покрывать потому спасение людей кровавое. Светлана, отвечу следующее, что не только спасение требует смерти, крови, пролития крови. Без пролития крови Библия говорит, нет прощения, но и следующее понятие что те, кто несут это Евангелие, это спасение, смерти Иисуса Христа, проповедуют об этой истине. Через все века дьявол, он не хочет, чтобы люди об этой истине знали. И когда ему не удалось остановить смерть Иисуса Христа, чтобы подарить людям спасение, он атакует проповедников, которые несут это Евангелие телезрители, спасение кровавое. Оно кровавое для Спасителя. И по сегодняшний день одни апостолов Средневековья во многих местах, странах Бли... Ближнего Востока тысячами людей, тысячи людей каждый год за проповедь Евангелия платят дорогую цену. То есть вы имеете в виду, что если человек не платит цены, чтобы спасти кого-то, человек тот человек не будет спасен. Это правда. В, в некоторых местах, странах, в разные времена это дается легче, в других местах это намного тяжело. И как апостол Павел говорит: «А до крови», и он говорит: «Я ношу раны Иисуса Христа на теле своем». Потому если где-то и не нужно такой цены сегодня платить, кровяной, то музули, под слезы и посвящение, финансы – это необходимое явление, чтобы спасались люди. Друзья, запомните, спасение кровавое. Не живите иллюзиями. Вы не сможете спасти грешника. Он пойдет навсегда в ад. Он будет навеки навек осужден. За спасение, заплачена цена крови Иисуса Христа. Но транспортировка этой благой вести принести Его погибающему миру требуется посвящение до высоты, до, до глубины, до крови. Тогда спасаются люди. То есть вы думаете, что многие церкви не переживают рост и развитие внутри церкви, потому что они не платят этой цены? Совершенно правильно. Телезрители, хочу вам сказать, что такого понятия, как сезонного спасения, mm -hmm. что не воля Божья, времена пробуждения прошли, что охладела любовь, что грешники хотят идти в ад, что ну, придумайте любое оправдание, и это все будет неправда. Бог не на выходных, Бог не в отпуске, Бог ничего больше уже не может заплатить. Уже все заплачено. Это оставлено на сознание, на посвящение верующих людей. Если мы правильно понимаем, что мы спасены, а нас сосед. Идет на веки ад. Это очень важно. Пастор, ну вот представьте, вот сейчас у вас в церкви идет, так сказать, можно сказать, пробуждение, потому что вы видите, люди спасаются каждую неделю на каждом служении. А вот если вы переедете, допустим, в другой город, вы думаете, вы то же самое будете видеть? Зависит ли это может быть от города, в котором вы находитесь, от атмосферы в городе? Ну... Давай, давай, Светлана, телезрители, сдвинем этот вопрос так. Это возможно, что какое-то время это не будет происходить, не потому, что Бог этого не хочет. Это нужно поставить здесь по поводу Бога. А, окончательное понятие. Бог любит, и он хочет, чтобы, если возможно, четыре конца Земли пришли к Богу, они были бы спасены. И это Бог это страстно хочет. И Он не любит меня больше, чем моего соседа, Наши соседей. А факт будет оставаться следующий, что если я переезжаю в другой город, мне нужно подготовиться. Когда я приехал а, в Америку, мне надо было а, поднимать моих детей, и моих родственников, собирать, настраивать дело. Это не потому, что Бог был не готов. Бог был готов, просто мы были не готовы. Чем быстрее... Я могу проверить наше служение, я могу видеть много ошибок, которые я делал. Эти были ошиб ошибки не Божьи, просто мои. Конечно, можно было бы сделать намного больше, чем сделано до сегодняшнего дня. А, но это человеческий фактор неуспеваемости и а, проволочки. Бог любит людей всегда. То есть вы не верите в то понятие, как э, это сейчас не время, не Божье время для пробуждения. Вот когда придет правильное время, тогда все изольется само по себе. Это, это неправда. Бог не на, вих, не на выходных, Он не дремлет и не спит, хранящий написано Израиль. Он любит спасать и миловать. Спасибо, пастор. И сейчас мы бы хотели с телезрителями спросить у вас о предстоящей конференции, которая будет происходить здесь, Пасха, с апостолом Джон Чи. Что вы можете сказать и почему вы приглашаете его из Африки? Братья и сестры, мы хотим вас проинформировать, что будет большое событие, будет крусейд. Приезжает служитель Божий, которого я Моя семья наша церковь очень хорошо знает Джон Чи. Мы его приглашаем специально. Наблюдая за служением в Корее, где люди а, семь служений в церкви в один день, служение длится полтора часа. Я бывал на молитвенной горе, на домашних ячейках. Встречался с лидерами, изучал глубоко корейское служение и ячеечную работу, которую мы практикуем у нас в церкви. Один недостаток, который эта большая церковь имеет, это очень много людей и служение не, мог, не может длиться больше, как полтора часа. Проблема только в следующем: что на, на самом деле люди везде одинаковые, имеют нужды, проблемы, болезни, одержимости, зависимости и, и следующих, о чем вы сами знаете. И за этих полтора часа люди не успевают, чтобы за них кто-то помолился, положил руки за освобождение, исцеление и изгнание Беса. Другая проблема в Африке. Туда еду с конца мира, с Кореи, с Африки, с Японии, с Европы, Америки, Канады, откуда только люди не везут больных, слепых, глухих, одержимых. И там служение длятся по 10, 12, 14, 14 часов. Куда неверующие люди не могут попасть? Потому что неверующие люди не могут столько выдержать. С пятницы вечера простоять в живой очереди, записаться в субботу, в воскресенье, чтобы попасть на служение. Потому практика Африки, где есть сверхъестественное, перегруженная так, что церкви одни налегке лондорничают, не служат, а другие перегружены. Потому мы приглашаем этого этого пастора который служит в исцелении больных в исцелении неизлечимых болезней это правда мы вас приглашаем вы увидите своими глазами как много людей получат исцеление вы увидите сколько получат освобождений этим служением мы хотим показать церквям привезти его из Африки, показать, что апостольские времена и пророчество Иаиля, которое Бог сказал в последние дни, я и от Духа Моего на всякую плоть. Эти времена последние, в которые мы живем. И это правда, что это есть. Если вы приедете в Пасха, вы своими глазами это увидите как больные исцеляются, и как хромые ходят, и как одержимые освобождаются. Потому мы хотим, чтобы корейское служение, африканское, которое называется апостольским служением, вы иначе это не назовете. Проповедь апостолов Бог подтверждал, что это Его слово. Есть риск проповедей, а Бог не подтверждает. Нам лучше обратиться к апостольскому служению, где слово подтверждается делом. И этого люди как раз и ждут. И там как раз и происходит спасение. Пастор, скажите, пожалуйста, нашим телезрителям, когда эта конференция будет и как туда попасть. Телезрители, братья и сестры, вы можете распространять эту информацию не только христианам, верующим людям, неверующих людей особенно. Больные исцелятся, но могут заболеть, но получившись спасение, его имя записано в книгу жизни. Но и здоровье, и освобождение очень важно. И для кого-то это шоу и чудо, а для кого-то вопрос жизни и смерти. Потому этот крусей будет 29 апреля, 30 апреля, 1 мая. Город Паска, штат Вашингтон. Заходите на церковный веб-сайт hungrygeneration.net. Зарегистрируйтесь. Больные люди, вам лучше всего иметь с а, собой медицинское подтверждение, потому что вся, каждый, кто будет приходить на молитвенную линию, чтобы проповедник за вас молился с возложением рук вы должны пройти собеседование. Наш церковный телефон, веб-сайт вам даст последние данные. Дорогие телезрители, наше интервью подошло к концу. В программе Hungry Generation с вами была Светлана Савчук и с пастором церкви Good News Church Василий Пархатюк. Спасибо и до встречи позже.